В очередной, 7-й серии сериала «Пекарь и красавица» вы узнаете о том, как у Саши проходит день рождения, и новый поклонник Платон организовывает вечеринку на теплоходе в стиле «Великий Гэтсби». Андрей решает поговорить с Оксаной. Саша неожиданно доставляет в подарок картину, и она уверена, что она именно от Андрея. Подружка Ивана обнаруживает в его фотоаппарате совместное фото Саши и Андрея и предлагает ему заработать на этом. На фотосессии Саша падает с лестницы и разбивает лицо. Теперь ее пробы для Голливуда под угрозой срыва. Андрей делает предложение Оксане, но вечером ему звонит Саша.